Чтобы вы имели представление, вот, собственно говоря, все виды игристых пин, которые производит предприятие. А вот эти вот первые позиции, это метод шерма, шампанизация в емкости происходила, и вина выдерживается не менее 3 месяцев на дрожжевом осадке. So maybe, baby, we could be yours. Maybe, baby, we could be yours. Could I be your number one fan, baby? Could I be your number one fan? Если бы я была вином, я бы была белым. 100% белым вином, игристым, с пузырьками и, наверное, сладким. Пусть это не самое полезное вино, но я бы в любом случае была сладким. Я была бы брютом, безусловно, потому что я обожаю этот напиток. И нам сегодня сказали, что именно брют это король игристых вин, безусловно. Наверное, да, это мой самый любимый вкус, пожалуйста. Я была бы однозначно красным вином с хорошей выдержкой, лучшего урожая и терпким чуть-чуть. Я думаю, вином, которое купажируется, его вкус можно распознать не сразу. Первое впечатление одни, а чуть позже можно дойти до самой сути. And I know it's just a fantasy, but it feels so real to me. Does it feel like somebody that I used to know, but I never met you before. Baby, I just need you more. 'Cause there's so many things I could tell you for sure. So maybe, baby, we could be your. Мы сейчас находимся на плантациях винограда Шабо. И мы сейчас собираем виноград, который пойдет на изготовление нашей собственной бутылки вина. Поэтому это очень ответственный сбор урожая для нас. А с чем можете вот сравнить уборку урожая? Ну, для меня сразу первая ассоциация с дедушкиной дачей. Он выращивал мне виноград, хотя он не делал вино, мы просто выращивали виноград, который десертный, который можно сразу кушать. То есть для меня это настолько погружение в детство, в детские воспоминания, когда мы собирали виноград, собирались с семьей на его сбор. Сегодня вы прошли полный путь винодела-виноградаря от А до Я. Действительно, от виноградника вы увидели полностью все технологические процессы. Смогли даже посмотреть непосредственно приемку винограда, как и для наших основных линеек, так и для наших лимитированных. Вино рождается в винограднике. Поэтому мы сегодня хотели, чтобы вы поучаствовали непосредственно в самом сборе, потому что 70% вина, оно делается в винограднике. Все, что мы можем уже показать на заводе, это докрутить, показать всю прелесть терруара, но по факту просто не дать ему потерять свой характер. Все, что мы можем сделать на винодельне. If that's cool.